Звонок ветерану, бессмертный полк в каждом доме, поющие дома и бессмертный полк онлайн. Сад памяти. 9 мая в Одинцовском городском округе провели немало мероприятий, посвященных 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Все они проходили в новом дистанционном формате в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ветераны и участники войны получили подарки и поздравления на дому с соблюдением всех мер безопасности.